Вечером вчера тут разломали все, молодежь постоянно здесь тусуется. Вот так вот подъезд выглядел сегодня утром. Что здесь творилось ночью, можно только догадываться. По ящикам видно, что такие случаи происходят довольно часто. Действительно, на них уже и живого места не осталось. Но, как считают жители, если бы в подъезде были камеры видеонаблюдения, то этого удалось бы избежать. Поэтому неизвестно, сколько было злоумышленников. Притом они не только сломали, но и украли почтовые ящики. Правда, непонятно, для чего они им понадобились. Здесь как проходной двор. Раньше дежурные были сегодня, сейчас нет, свободно. Сейчас зимой холодно, молодежь 14-15 лет заходит, на подоконник садятся, пиво пьют. Я их выгоняю, потом опять собирается все, никого нету. Ящики выворачивают, газет выворачивают, ломают все. Новые почтовые ящики сотрудники Дома управления обещают поставить в середине марта. А чтобы подобное не произошло снова, жители планируют нанять вахтера. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.